Здорово, народ! Какие дела? Меня зовут Виталкер, и сегодня с моим другом Кратосом мы будем проходить сюжетную модификацию на Сталкер. Да, вы не ослышались, мы будем играть вдвоем. А если вы тоже хотите поиграть с друзьями в Сталкер, вместе повыполнять миссии и побродить по зоне, то смотрите гайд, как поиграть в Сталкер с другом по ссылочке в описании или закрепленном комментарии. Всем привет, меня зовут Кратос, и сегодня мы вместе с Виталкером совершим вылазку в зону. Увидимся уже там. Открывайте свой завтрак, туриста. Мы начинаем. Бывает время, когда каждый человек старается сделать жизнь другого хотя бы чуточку веселее. Время, которое никого не обходит стороной. Что скрывающихся от правосудия, что искателей приключений, рискнувших проникнуть на самую опасную территорию на Земле. Новогодняя пора уже на пороге, а значит, сталкеры вовсю готовятся к торжеству. У каждого сталкера свое представление об идеальном празднике, и только мы можем помочь им отпраздновать Новый год, как никогда раньше. Но важно помнить, это все еще зона, опасная и непредсказуемая. Помогая другим, мы по-прежнему рискуем своей единственной жизнью. Ну, удачи вам, сталкеры. X-Ray Multiplayer Extension. Зимние истории. Первая серия. Начали! Здорово, какие дела? Короче, блядь, попиздили. Разваливать кабины и все в этом духе. Бери плюшки тут, я возьму плюшки там. Встретимся в деревне. Воровать елки, блядь. Биться с военными, блядь. Все пошло, короче, ебать. Тачки, срачки, вот эти все дела. Опа. Десерт. И... Так. Блядь, я не могу перепрыгнуть через забор. Ну там стоит... В сталкере называется жадина, невидимая стенка, понял, не пропускает. Сука. Сейчас берем задание. Вольф, ты ли это? Леха повар хочет накрыть поляну сталкером, но не хватает лишь алкашки. Говорит, видел ящик шампанского на южном блокпосте военных и предлагает его выкрасть. Для этого необходимо попросить ЧСО позвать Петриченко, и когда тот отойдет от казармы, которую он сторожит, можно будет выкрасть ящик. Просит сделать это без шума и пыли. Все, погнали, идем. Красть советское шампанское с восточного блокпоста. Ты помнишь свою дорогу? Да, надеюсь, меня не бьет никакая аномалия, блядь, с этих кустами. Иди просто прямо, пока в забор не упрешься. И вдоль забора иди. Там возле дерева поломанного будет аномалия. И как на блокпост залезать будет там уже. Какая зима красивая в Сталкер, с ума сойти. Наконец-то это кто-то смог сделать. Если бы еще нужно было бы носить какой-нибудь там шлем, он бы замерзал вообще. Красотища была. Сержант Измайлов. Военный. Ну что делать, блядь? Ю. А тебя шестерочка гнилая, чел. Скажешь, как будешь на месте. Шифти. Ну, альт зажимай, чтоб бесшумно идти. Левый. Я на месте. Сержант Измайлов. Поговаривают, у вас тут можно передать что-нибудь на большую землю? Ничего не знаю. Если тебе кто-то нужен, то так и говори. Позови рядового Петриченко. Петриченко!
Здесь твой клиент. Понял, сейчас буду. Давай. Давай, 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 давай. Смелей, смелей, давай, давай. Бать, где ящик с шампунем? В правом дальнем углу. А, ебать, это такой ящик с шампунем. Ты направляешься к деревне? Зайди сначала к волку. Я слышал, ему нужна помощь, а я уже двинулся на ферму. Выбирайся. Он уже почти у меня. Тревога! Ты определенно сделал что-то не так. Все прошло не так гладко, блядь. Я только вышел, а там понял эту, блядь. Военный на меня стоит, такой смотрит, типа, ебать. Ну все, ебать, будем тебя в жопу ебать. Я говорю, не надо, ребятки. И повъебал. Ебать. Ну я, короче, отдам ящик водки, блядь, туда-сюда. И ящик водки на ферму нужно аж нести. А. Жди в деревне, я приду. Меня так ёбнули, у меня аж снег стал криво идти, просто, понял, этот... С неба, доской. Они причем вообще такие без раздумья, бам, нахуй. Слушай, а я лежу, смотрю, ты такой бежишь уже, понял? А они тебя там на блокпосте ищут. Да, они еще что-то, блядь, пиздово дать вместо меня. Хуй, все-таки дежурный пошел осматривать местный. Ебать, они меня разложили быстро, блядь, я только нахуй попытался развернуться, чтобы съебаться, блядь, как дали в очко, нахуй. Простите за мат. Мне имперский струник попался, он чисто в пятку попал и все. Красиво. Ну, моя тушка с моим снаряжением осталась там, поэтому нужно что-то придумывать. Наверное... А, пистолет у меня есть, подожди. Все не так уж и плохо на сегодняшний день. Ты где-то уже спиздил просто его. Чтоб не включать. Ха! Еще раз. Чё? Давай, раз, два, три. Ножницы. Камень. А, камень, я тебе говорил, что я тебя разъебал, блядь. Все, пошли дальше, блядь. Давай возьмем волка. Ты взял уже? Я взял, когда, типа, еще тогда, когда ты еще брал на спиздить ящик вот. А. Ну пойдем, куда ты пошел? Такая вести, блядь. Чувачка, типа, она... паучка. Если его сейчас плоти не зафуярят, нас нет. Нужно помочь бедному сталкеру в беде. А он, походу, бессмертный, ебать, его что-то так долго грызли, что ему было вообще пихуй. Может, может быть. Нужно, может, еще подождать для гарантии. Не расходиться, ждем! У тебя есть аптечки? Парни, не расслабляемся! Нет. Всем спасибо, все свободны! На, скушай. Вот она, под плотью. Вот. Так, а мне-то зачем? Скушайте, жизни мало. В смысле, у меня дохуя. У тебя на 20% анимация включится падение раненого. Так я почти бессмертный, мне тихо. Бери, веди. Я не буду хавать, блядь, не в аптечку, я живой. Бери типа, веди, блядь. Так, а что не ты берешь, ты диалоги хотел снимать, ты что, блядь, накуренный? Он потом за мной будет идти, я лучше этот самый. Расскажешь, он попросил его. Привет, сталкер, что ты совсем приуныл, в чем дело? О, здравствуй. Да вот праздник на носу, а справлять мне их не с кем. Даже не знаю, что делать будем. А что, сталкер, разве не пойдешь? Да не знаю я никого там, если честно, вот и не иду. Слушай, я бы помог тебе привести к своему приятелю, чей не обидят и явствами угостят. Ого, тебе правда не сложно? Я бы просто был счастлив. Я идем. Вот. Его, кстати, на каждую локацию, если заводишь, понял, на вот эту, ну, мини, он, типа, для каждой специально что-то говорит свое уникальное. Да? Да. Ну, деревню заведешь, он вот про деревню расскажет. А у меня, кстати, болтов после смерти нет. Потому что военный пол взлетел на голову своего, и этого уже это захуя. Место, где для зеленого сталкера все только начинается. Здесь первое знакомство, первая ходка, а если повезет в процессе, первый артефакт.
В деревне сталкер получает свой первый гонорар и может позволить себе двигаться вглубь зоны. Вот так вот. Все, пошли на ферму. Время, время. Там с типом в туннеле поговори. Расскажет, что он бухой елку потерял. Вася, ну мутантов загорелся, Вася. Да развали. Так, давай ближе к дереву, да, подкрещивай, что бандиты рядом. Елка, ну, короче, где елка, мы знаем. Сколько же сталкеров погибло под этим мостом, скрываясь от выброса? Пора бы уже тут табличку повесить. От выброса не спасет даже с литром водки. Да, вот эта вот локация, она скопирована полностью с этой, где могила Клыка или кого там, блядь, или Призрака. Чего? Призрак умер в лаборатории. Так, а могила Клыка где, блядь, или кого-то там еще? Волка, блядь, могила. Волк живой, он в деревне стоит. Так это он еще живой, блядь. А в тенях Чернобыля, когда дальше туда проходишь... Понял, о чем ты. Ну, это дефолтная, типа, раскидка. Всякого говна. Элеватор. Плохое место для лагеря. Хотя, слыхал, тут новый мутант завелся. Видели его несколько раз. Я думаю, все это выдумки. Блять, новый мутант, это он про кота, походу. Да, я тоже так думаю. О. Нечистые на руку вояки. Хорошо, что теперь их тут нет. Это да. Идешь, сталкер? Мы, кстати, снежки еще можем успеть порубить. Ферма. Постоянное пристанище сталкеров, готовящихся к походу вглубь зоны или прибывшие оттуда. Заправляет всем здесь валерьян, ну и задачи сталкерам выдает тоже он. Вот так вот. Блядь, здесь прикол в том, что в ящиках есть предметы, но их нельзя разбить, блядь. Ну вот мы и на месте, развлекайся. Спасибо, друг, за выручку. Если тебе понадобится проводник, ты знаешь, где меня найти. Благодарю. Удачи тебе. Правая кнопка мыши с одного удара. Все оружие достать нельзя. А, ты про это? Прыжком они разбиваются. Прыжком? Угу. Серьезно? Да. А, синие? Ну, железные? Нет, деревянные. У меня не бьются прыжком. Ну, потому что нам несколько раз попрыгать надо на нем. Видел, ебать, смотри? Не. Где? Ну, блядь, на меня смотри, куда ты, блядь, смотришь. Сейчас ну. Блядь, стамина восстановится. Блять, я не могу здесь прыгнуть. Там крыша. Пошли там вон ящик стоит, иди сюда. Где вот. Стоит? А, ну чё. Бля, почему так стамина долго восстанавливается? Я не знаю. Блять, пока ты не смотрел, они бились. Блять, я выпью энергос, чтобы у меня восстановилась станина. Да ты блефуешь, блять. Да нет, блять, они разбиваются. Ой, видел? Нихера себе, сколько раз. Я, блять, остальные быстрее разбивались. Ну, блядь, там есть граната, блядь, 100% инфасотка. Так. Пойду шампунь отдам пацанам. Шампунь у меня. Хуй ты им отдашь. Отдам. Здравствуй, сталкер. Ладно, не отдает. Вон пузырь, фуфырь появился. Конец первой серии. Ребзи, чем больше лайков натыкаете на этом видео, тем быстрее выйдет вторая серия. Наконец-то сбылась мечта многих сталкеров, сталкер можно проходить вместе с другом. Жаль, что не оригинальная часть, а всего лишь модификация, но модификация очень достойная. И ребзи, не покидайте канал, не посмотрев другие ролики.